хороший, и потом мы на следующих тренировках те руки, которые держат, соединим к этим простым ногам. Договорились? Вот у тебя левое колено, оно самое опасное по печени, да? И ты по печени попал. И уже я если здесь, то ты мне или лоу-киком бьешь. Да, ну или в спину, или куда бы. Поменяли? Ну. Хорошо, теперь попробуем сделать такую схему. Вначале начинаешь длинным ударом, малыш. И вот здесь рядом, когда встал, уже отсюда колено пойдет. Да, короткое колено. Да, получается, что ты издалека начал атаку, оказался близко и уже атакуешь колено. Да? Наоборот, нашел просто. Встал хорошо, не торопись. Вот ты начинаешь вот так бить. Вот ты, когда вот так ты ногу поставил, и начинаешь так бить, для меня это не опасно, я заблокируюсь. Вот ты меня когда начал так вот бить колено, я тебя заблокирую или локтем, или войду. Твоя задача сразу. Ты ударил ногу правильно по букве, и сразу бить к центру. В центру все боевое искусство, это ствол для этого нарезное делают, чтобы к центру шло. Попробуй спокойно, надо хорошо встать. Раз. Вот хорошо встал. Во-во. Теперь плечо пошло вперед, и ты ударил колено. Вот раз. Еще раз. Бам-бам. Да, ну, молодец, не вались, только на хлёст. Да, молодец, да. Не раскрывайся, а наоборот, вкручивайся, руки собраны. Помогай.